будет приглашение в следующий раз на мероприятие, конечно. Желтая карточка, потом красная. Ну тут при чем? Тут тебе желтый никто не даст. Я говорю условно. Ну на самом деле телефон. Это не шуточная вещь. Да? Шакир может разозлиться, вообще посадить и сказать до свидос. Да? Конечно. Ну ты стал, блин, 5 минут ну, трещишь по телефону. Что в Риге было, не зашел, как пришел по телефону. Ну в Риге, ну это понятно. Ты не забывай, что. А где еще было? Что-то как-то это. Короче, лучше отойти вчера, выйти. Конечно, у тебя будет свободное время, туда пошел, да. Ну, здесь ни хрена, по-моему, свободного времени нет. Ну, где у нас народ вообще? А? Народ где? Где все тут, у нас же... А на взвешивание нас? У нас же на респекшене где-то. Кто-то кого-то на взвешивание забрали, наверное. А, еще кто-то на этом, на респекшен деске, да? У нас там девочка была, она куда-то ушла. Ну, можно поставить на вечер. Тоже, да, смотреть на нельзя, да? Вообще, что? Это... Вообще нельзя, да, да. Ах, убрать все, да. Телефон вообще нельзя, за столом тем более. Просто сидел, блядь, все первых тихо, все 7 дней так. Ну не обратили внимания, не забыли. Да, не обратили внимания просто. Просто, да, просто, знаешь, бывает же такое, что ну, просто не обратили внимания. Ну типа, пока ты зеленый получу, да. Это... Все, все пошли переодели штаны, ну что, этикет на митинге надо, чтобы все соответствовали. Даже эти сланцы не надо, да, ну кроссовки, что. Собрание могут сказать. Ну, что одно цепь. Ну, это уже зависит, вспомнят или не вспомнят, это уже тоже вопрос, понимаешь? Но галочку поставить 100%. Тем более, ты же не знаешь, что это чемпионат Европы считается. Это же не простой турнир. Я знаю, что где на последнем чемпионате Европы раньше был, это по парку. Так там даже вот телевизор на столе такой бланк приносит, где он записывает тебе оценки, баллы ставит. И что. И вот это все нужно зачетывать. Ты же за это классно свой записать этот самый, где поможет. Какой был? Второй, да?
Одна на всех говорю. Третий раунд, да?